Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 1543. События дня. Евангелие от Иоанна 13:13. Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Ну, эти места все прочитайте. За 3 марта 2020 года. Ну и вот у нас вот обращение, поиски людей, которые могли бы помочь купить Игорю Александровичу Барабаш, нашему старости, фермеру, комбайн. Иногда упрекают, почему не обращаетесь. Ну, обратились, но пока ничего нету. Вот ролики про него. Это как разговаривают между собой в нашем сотрудничестве, чат работают люди, тут занятия идут все, и все время переписываются, и много находится полезного.
Вчера тут женщина приехала со Сильников из города. Ольга Николаевна. Побеседовали, ночевала здесь и поехала опять свои там вещи забирать. Где-то в монастыре оставила. Что у нее было, я записал. Так что... Ну и вечерний, второй день, это вторник, канун Андрея Крицкого. На этом все.